Ведь упади стонг. А? Упади стонг. Упади? Да. В смысле упади? А. Выхода нет. Либо ты там будешь до сентября. Уже до сентября? Да. Полгода вы уехали, вас никто менять не будет. Понятно, что... Потому что все отказываются. Я сейчас хуй, сюда поедет. Ну вот один вариант. Ногу, конечно, себе стрелять не надо, потому что это вообще уже хуйня получится. Но я не знаю, пускайте кто-нибудь по бочине, почки схватит, я не знаю. Потому что сразу с госпиталя можно ехать домой. Не, ну можно ранение получить. Нахуя ранение, когда можно, вон, упал нечаянно. Да, и там говорят, твой ОСБ сейчас будет проверять. Тут, мы короче, снимали. Деревню взяли позавчера. У нас 9/300 заходил еще, как они, блядь, морпехи заходили и, ну, и артемцы эти. Короче, блядь, морпехов, 100, ну, около 100 человек заходило, вышло всего 50, а этих заходило 80, вышло где-то около 20, ну, а комбат ебанат, говорит, короче, в каждый подвал, говорит, закидывайте гранаты, нахуй, блядь, похуй, говорит, не глядя, нахуй. В каждый подвал гранаты кидайте, а потом уже заходите в подвал. А пацаны, блядь, нахуй, блядь, ну, хорошо, не стали закидывать, нахуй. Туда зашли, а там 4 ребенка сидит. Маленькие? Да. Одни сидели? Да. Ужас.